горная река. Такая быстрая. Я в шоке. Очень быстрая. Так, вот мост небольшой. Офигеть, да? Очень стремительная. Вот тут мы остановились, автобусная остановка. Это чтобы лавины сходили. Ну, точнее, не сходили. Это такие отводчики. Там канатка. Отельчики. Проезжали низковольтную аппаратуру, два корпуса поделили, уже вставили окна, даже свет внутри что-то горит, там делают что-то. То есть будут восстанавливать. Судя по всему, будут восстанавливать и перерабатывающие предприятия. И когда это все заработает, а должно заработать уже в следующем году, конечно, Тернаус опять зацветет, потому что в городе опять появятся рабочие места, появятся в городе деньги, и Тернаус расцветет, как и был раньше. Но сейчас выглядит скромненько, но уже улучшения видны, это приятно. Слушай меня очень внимательно, потому что от того, как вы сейчас услышите, главное поймете, будет зависеть то, как вы проведете сегодняшний день. Дело в том, что люди, которые продают вам билеты, продавцы билетов, они очень плохо предупреждают наших гостей о том, куда люди едут, как одеваться, что. Нагрузки. Что мы приехали, это у нас канатная дорога на Эльбрус. Вот оттуда мы приехали. Там все фоткаются. Вот. Кабиночки. Это у нас вторая ступень, так скажем. Высота 3500. Вторая остановка. Будет еще третья. Там 3500, что ли. Вот он стоит. Вот так вот. Кафешечки, все тут фоткаются. А, остановка Мир. Я поднялась немножко выше, чем наша станция.
Так, ну что, мы на канатной дороге на Чигите. Вот. Открытая канатка. Я ничего не вижу, мне слепит глаза. Ну, надеюсь, видно. Ножки болтаются. Соседушка. Ну, жарко. Да, я напялила сегодня свитер зачем-то. Я думала, тут будет так холодно. Мы так предупреждали о том, что будет очень холодно. Вот, я зажарилась. Вот так вот здесь красиво. Так, ну на канатной поднялись. Станция Чигет 2. Небольшая остановочка. Вот. И сейчас будем подниматься вон туда. Там одиночные вообще сиденья. Сейчас пойду сюда. У нас получается Эльбрус в той стороне. Так, ну мы приехали. Вот гора Чигет. С этой стороны, с другой стороны Эльбрус. Тоже прекрасный вид. Посмотрите. Просто немножко в облаках. И дождик пошел маленький. Вот. Погода меняется очень быстро, поэтому в первой половине дня нам очень повезло, было солнечно. Сейчас немножко тучки набежали. Так, вот сейчас сфоткаю тут все. Мы уже расположились. Так, это я спускаюсь на одиночных пасах. Прикольно. Видите, кабинок нет, ничего нет. Кайф. А смотрите, какая тут красота. Вот так вот сделаем. Нет, ну тут, когда спиной едешь, конечно, не особо видно. А в обратную сторону едешь, вообще все красоты открываются. Вот. Не холодно. Солнышко светит. Вот, так что, вот так вот. Вот эти растения остались под белыми цветами. Какие интересные, да? И березки даже тут есть. Дали приказ, если я сюда не сяду, муж домой не возвращаться, мне сказали. Поэтому я села, мама, что я лох. Да. А что, приехала? Надо попробовать все. Да. Нарзанчик. Природный источник, натуральный, натуральная газация.